Это не банк. Это не долго. Это даже не пластиковая карта. Это карта, созданная онлайн для покупок онлайн. Карта, которую легко привязывать и не привязываться. Карта для реальных покупок, хоть она и нереальная. Если карты не видно, это не значит, что ее нет. Виртуальная карта V-Banking. Кэшбэк 2%. Создана Вилком.